Итак, у нас в руках вот такие вот печеньки. Оба. Которые мы будем готовить с кем? Дотя. Будем готовить печеньки? Итак, мы приготовили большую миску. Дотя танцует, да, Дотя? Как ты танцуешь? Покажи, как ты танцуешь. О, ты уже... Его танцуем, да. Ну что, высыпаем? Высыпаем. Итак, рецепт. Высыпаете содержимое пакета вот так вот в миску, да, Дотя? Вот так все, что у вас есть, все высыпаете. Угу. Готовим по бабушкиному рецепту. Высыпаете. Вот. Вот, тесто готово! Шутка. Алексей, нам нужно будет еще одно яйцо. Принесешь яйцо? Так, открыть холодильник, да? Молодец, вот в самом верху, да, всего тут лежат. О, ты там нашла, молодец, доставай. А, подумал, тут беленькие. О, вот я нашла яичко. Добавляем яичко. О, капай его в тесто. Пальчиками изнутри так открывай, да. Угу. О, молодец, полилось, да, яичко? Опля! Хорошо. Так, Дотя, подожди, ножнички убирай. Тесто давай порежем пополам. Вот. О, молодец, помогаешь папе. Дотя, бери половину и кидай в тесто. Берется или прилипло? Могло прилипнуть. О, вот эта половина не прилипла, да? Делаем бум! Это мы сейчас забьем миксером. Так, у нас мнения разделились. Папа захотел с орехами тесто. Дотя, а у тебя тесто с орехами? Нет. Нет, то есть без орехов. Дотя, давай, чтобы оно не упало, не вывалилось. Я не хочу его кушать. Нет, будем печеньки кушать. Смотри, не скушай тесто раньше, чем печеньки будут готовы. Так, Дотя, выкладывай на жаровню елочку. Сделали елочку, да? Ты кто? Я кухарь. Кухаешь? Отца робишь?